Еврокомиссия предложила сделать исключение из нефтяных санкций против России для тех стран ЕС, экономики которых сильно зависят от российской нефти. По информации европейских СМИ, речь идет о Венгрии и Словакии. Этим странам могут предоставить право импортировать нефть из России до начала 2024 года. Об этом на брифинге в Брюсселе сообщил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. Ранее Еврокомиссия направила на утверждение Совету ЕС проект 6-го пакета санкций против России. В их числе прочих мер он включает эмбарго на поставки ЕС сырой российской нефти через полгода, а в 2023 году запрет на поставки нефтепродуктов. Мы предложили учесть особую ситуацию стран ЕС, которые в силу своего географического положения сильно зависят от российского импорта. Мы следим за тем, чтобы наши меры были сбалансированными и чтобы все страны имели доступ к получению нефти. Между тем, Будапешт уже заявил, что не может поддержать предлагаемое Еврокомиссией эмбарго на импорт российской сырой нефти. Находясь с рабочим визитом в Узбекистане, глава венгерского МИДа Питер Сиарта отметил, что Венгрия могла бы согласиться с этими санкциями в том случае, если транспортировка сырой нефти по трубопроводу будет освобождена от них. В этом случае будет обеспечена безопасность энергоснабжения Венгрии. А поскольку это не так, то пакет санкций Брюсселя разрушит безопасность энергоснабжения страны. Этот санкционный пакет в этой форме не может быть ответственно поддержан нами. Речь идет не об отсутствии политической воли, а в вопросе намерения или времени. Это просто физическая, географическая и инфраструктурная реальность.